Какой человек путь выбирает? Поэтому задача любого человека – понимать последствия того, когда он принимает те или иные решения. Потому что судьба создается в моменты принятия решений. Когда человек принимает какое-то решение, он создает свою судьбу. Он строит свою судьбу, он строит свое будущее на основании именно того, как принимает решение, какие решения он принимает. Поэтому задача любого человека – принимать правильные решения. Если человек не знает, какие решения правильные, какие неправильные, нужно посмотреть на 10 заповедей. И таким образом человек понимает, что то решение, которое он принимает, оно гармонично. Все очень просто. Каждый раз, когда вы хотите принять какое-то решение, посмотрите на 10 заповедей. Не нарушается ли 10 заповедей, когда вы принимаете это решение? Экологично ли это решение? Как сделает вас счастливым то решение, которое вы принимаете? Все очень просто, дорогие друзья. Просто берите и внедряйте эту информацию. И делайте свою жизнь с каждым днем лучше. Потому что человек пришел в этот мир, чтобы быть счастливым.